Блин, спускаться легко. Ну а подниматься жесть. Ой, вот смотрите, как скользко. А вон, смотри, можно ниже там искупаться. Вон еще бассейны есть. Ну я умоюсь, я не буду купаться, короче. Короче, привет, ребят. Идем с братом купаться. На родники приехали. Слушай, а Серафима Саровского это вот эти? Нет. Или те? Те, да. А эти как называются? Ну, в общем, просто холодный родник. Да. Ну такая тут. Вначале тропа через лес. Слушай, тут очень скользко, да? Если честно. Да, блядь, я сейчас разобьюсь. Слушай, это реально жесть какая-то. А подниматься, прикинь, потом обратно. В общем, подошли мы к спуску. Вот, смотрите, как скользко. В общем, ребят, подошли мы к спуску, и тут жесть просто. Ну, вы видели, да, какая тут? Ну, в общем, ладно, потихоньку спускаемся вниз. Тут сейчас, скорее всего, слышно только мой голос, ничего не видно. Там фонарь, кстати, видишь, светится. Да, там светло, отлично. Вот, я не знаю, там что-нибудь видно, но беседка вот там дальше подсвечивается фонарем. А так тут освещение, да, отлично, глянь, прям далеко идет. Я тут не купался еще ни разу. В общем, такой вот тут вид. Лес, ничего не видно. С снеговиком фоткаются. С мощным. Да ладно. А, блин, точно. Да тут съезжаешь, что ли, на машине? Сейчас открою, вчера забыл. Вообще, да, съезжаю. Лето, да, сколько раз мы где-то приезжали. Ну, и что, далеко еще идти? Там люди есть, да? Ну, потом... ну я умоюсь, я не буду купаться, короче. Я вчера, в принципе, в священное искупался. Я тоже. Мы вчера вечером искупались в бассейне, в холодном. Ну да, я тебе говорю, пошли туда. Ну сейчас зайдем, глянем, что там вообще брали. Ну да. Биотуалеты тут, видишь, все дела. Ага. Ну как мне искупаться, да? Пойдем ближе, подойдем. Бассейн покажу. Угу. Ну и что, вчера тут батюшка, да, освещал? А вон, смотри, можно ниже там искупаться. Вон еще бассейн есть. Вот такой тут бассейн. Слушай, тут вообще поинтереснее, по-моему, да? Тут и поглубже, нет? Да не, не одинаковый. Да, скользко тут, конечно, жесть.
Чем дольше стоишь, тем больше потом не хочется туда лезть. Ну и чё? Слушай, ну, наверное, что сделать? Я тоже, наверное, пойду. Ну, нам по очереди надо. Чтобы мы посняли друг друга. Ну, давай, чё? А потом... В общем, наверное, я тоже буду купаться. Не собирался, если честно. А, ну все, отлично. В общем, будем сейчас по очереди друг друга снимать. И купаться. Но я думаю, тебе лучше вот там. Что? Я думал, где мне раздеться лучше. Неохота куда-то. Да давай тут раздеваться. Вон раздевалка, кстати. Я понимаю. Ну а мы можем и здесь раздеться, да? В общем, ладно, сейчас переоденемся и подключимся. Почему люди что? Сюда не идут. Крестись еще, смотри. Слушай, тут убьюсь сейчас, пока дойду. Мокрая, да, в общем, искупались, такой кайф. Как себя чувствуешь, брат? Вообще отлично. Я как родился, новый. Не собирался купаться, но брат меня уговорил. И, в принципе, не пожалел об этом. В общем, все супер. Теперь домой. Люди вот гуляют. Блин, спускаться легко. Ну а подниматься жесть. Вот, короче, подходим уже. На самый верх практически поднялись. Порожки, конечно, хорошо оттаяли. А вот здесь жопа. Вот, видите, как блестит и Артём скользит. Давай, брат, руку, у меня, может, не такие скользкие. И вот так. За ветку держись. Ну вот и все, друзья. Искупались мы. Так скажем, выполнили миссию. Да, на крещение. В общем, все, всем пока. Всем советуем купаться на крещение.